Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент смертельной аварии в Нижнекамске. Водитель автомашины «Ауди» 1970 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. 53-летний водитель «Ауди» погиб на месте после столкновения с «Камазом». 8-летний пассажир иномарки пострадал. Расскажем о гибели рыбака на реке Свияга. Мужчина выпал из лодки. И кого искали полицейские с собаками ночью в поселке Юдина? А также стелс исчез. В дежурную часть отдела полиции Горки поступило заявление от 35-летней жительницы Казани. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу велосипеда стоимостью 27 тысяч рублей. Похититель не успел продать велосипед только благодаря тому, что был сильно пьян. Все это в ближайшие 10 минут. Один человек, 53-летний водитель «Ауди», погиб на месте. Его 8-летний пассажир получил тяжелые травмы в результате столкновения с груженным «Камазом» в Нижнекамске. По предварительным данным, в произошедшем виноват сам водитель легковушки. Сразу две камеры зафиксировали, как автомобиль поехал на перекресток на перерез грузовику, когда все остальные машины стояли в ожидании зеленого сигнала светофора. Момент страшной аварии был зафиксирован и камерой видеонаблюдения, выходящей на перекресток, и видеорегистратором автомобиля, который за несколько секунд до трагедии стоял рядом с «Ауди». На записях видно, что все автомобили по соседству с легковушкой стояли на красный сигнал светофора. 53-летний водитель «Ауди» при этом тронулся вперед, прямо на перерез «Камазу». Тяжелый грузовик снес легковушку. Мужчина за рулем иномарки скончался на месте. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП выясняются. 8-летний пассажир иномарки в этой аварии пострадал. Его госпитализировали. Мальчик буквально чудом остался жив. Медики диагностировали у него перелом ключицы. Ребенку сделали операцию. Сейчас он в сознании. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Последствия аварии специалисты устраняли не один час. По факту случившегося, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого и будут выяснять все обстоятельства случившегося. Лиана Бахтиева, Александр Халин, Александр Лихачев. Вызов 112. В Бавлинском районе в результате аварии погиб 36-летний водитель «Шевроле Нивы». По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия. Признаки опьянения обнаружили автоинспекторы и водителя «Шкоды», остановлены на улице Мозгута Латыпова в Казани. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали исходящий от 38-летнего мужчины запах спиртного. Ему предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме и проехать в больницу на медицинское освидетельствование. И от того, и от другого водитель отказался. После суда он на срок от 1,5 до 2 лет превратился из водителя в пешехода и должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль инспекторы передали его супруге, которая подошла на место задержания. Сообщение о ножевом ранении мужчины в одном из дворов на улице Нижняя в казанском поселке Юдина поступило ночью в экстренные службы. В скорую помощь и полицию звонил прохожий, обнаруживший окровавленного человека. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Он был в состоянии опьянения и ничего объяснить не мог. Полицейские обнаружили следы крови, ведущие к магазину рядом с перекрестком улиц Нижняя и Бирюзовая. Больше никаких улик не было. Кинолог с собакой также обследовали округу. Собака привела к месту, где, вероятно, все и произошло, на детскую площадку. Никаких следов больше собака не взяла. Медики, обследовав пострадавшего, пришли к выводу, что никаких ножевых ранений у него нет. Сам же 32-летний мужчина позже рассказал, что его кто-то ударил сзади по голове и по бедру, после чего у него пропал мобильный телефон. Его исчезновение он и связал с нападением на него. В отдел полиции Юдина поступило сообщение о том, что в одном из дворов дома по улице Нижняя мужчине требуется помощь. Установлено, что сам пострадавший находился в состоянии опьянения, а информация о ножевом ранении не подтверждается. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи и устанавливают всю картину произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 35-летний мужчина утонул во время рыбалки на реке Свияга в районе села Бритвина. Ночью двое рыбаков отправились на ловлю на самодельной грибной лодке. Один сидел на веслах, второй на корме. Около полуночи сидящий сзади выпал за борт. Его товарищ позвонил спасателям и сообщил о случившемся. Водолазы обследовали 15 тысяч квадратных метров акватории. И на глубине 3 метров в 50 метрах от берега обнаружили тело погибшего. Спасательного жилета, который обязательно должен быть на всех, у погибшего не оказалось. Два человека погибли и пятеро получили травмы за минувшие 7 дней во время пожаров в Татарстане. Из огня были спасены 7 человек. Всего с 20 по 26 мая в республике произошло 130 возгораний. Больше половины из-за неосторожного обращения с огнем. Также среди причин нарушения правил эксплуатации электроприборов. Из-за этого случилось 20 пожаров. 13 возгораний произошли из-за нарушений при эксплуатации печей. Продолжается рост числа вызовов на горение мусора, сухой растительности и камыша. На такие природные пожары сотрудники МЧС России выезжали 66 раз. Чтобы избежать беды, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует гражданам соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не поджигать сухую траву, листья и мусор на прилегающих к дому территориях. Не оставлять непотушенными костры в лесных массивах. Не бросать горящие спички и окурки на обочинах дорог, вдоль автотрасс, в лесу и на поле. С заявлением о пропаже велосипеда обратилась в полицию 35-летняя женщина. Она сообщила, что когда заходила в квартиру, ее средство передвижения стояло на лестничной площадке. А когда вышла, буквально через несколько минут его уже не было. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 27 тысяч рублей. Ее стелс стоял на 8-м этаже в 3-м подъезде одного из домов на улице Гарифа Хунова. Никакими средствами безопасности велосипед оборудован не был. Видимо, хозяйка считала, что там ему ничего не угрожает. Но однажды, выходя из квартиры, его не увидела и тут же обратилась в полицию. 23 мая в дежурную часть отдела полиции Горки поступило заявление от 35-летней жительницы Казани. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу велосипеда стоимостью 27 тысяч рублей. Благодаря тому, что сообщила о пропаже она своевременно, полицейские смогли задержать подозреваемого по горячим следам. Стражи порядка обратили внимание на мужчину, присевшего на скамейку, около которого стоял похожий по приметам велосипед. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили приметы подозреваемого и по горячим следам задержали его. Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый житель Тюличинского района. Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался, что похитил велосипед с лестничной площадки. Продать похищенное мужчине просто не хватило сил. Он был очень пьян. До момента кражи пил уже несколько дней и не смог толком сказать, зачем похитил транспортное средство и что конкретно хотел с ним сделать. В противном случае его найти было бы куда сложнее. Полицейские вернули имущество ее законной владелице. Хочу вас предупредить, что сейчас летний период. Очень часто у нас происходит кража велосипедов, поэтому хочу вам показать буклетик, изучить, пожалуйста. И, пожалуйста, велосипед нас постоянно пристегивайте. На опыте знаю. Все хорошо, молодцы. Стражи порядка напоминают, что в сезон число краж велотранспорта существенно увеличивается и напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности. Управление МВД России по городу Казани напоминает, велосипед хранить на закрытом балконе, в тамбуре или в другом помещении, доступ к которому имеется у ограниченного круга лиц. Обязательно пристегивать велосипед, даже если необходимо отойти ненадолго. Использовать надежный велосипедный замок, а лучше 2 и более. Ставить на велосипеде метки, декорировать его, так как чем приметнее велосипед, тем легче его найти в случае кражи. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.